Добрый день, друзья! Да, такого позора даже я не ожидал. Казалось бы, все понятно. Путин в попытке поднять свои рейтинги, которые обваливаются, 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 резко меняет правительство, убирает с видных позиций Медведева, чтобы никого не бесил. В народе должны заговорить о левом повороте, о начинающихся чистках, о том, что царь наконец-то взялся за плохих бояр. По идее, новому правительству должны дать указивки. Ребята, Тихонечко, аккуратненько, никого не раздражаем, показываем, имитируем бурную деятельность. А что в итоге? Прошло две недели, а правительство уже пятый раз нарывается на народный гнев. Настоящий позор. Пять раз. Это рекорд. Они не смогли найти адекватных людей, или эти ребята специально подставляют Путина, опять либеральный заговор. Сменил правительство, и там опять одни либералы. Принципиальной разницы нет. Факт в том, что ждать позитива реальных изменений нашей жизни от этих ребят? Нет, не приходится. Система прогнила. И все представители этой системы, которые в ней же выращены, это большая головная боль для всех нас. Друзья мои, а где же нам брать специалистов, если эта система только в ней и можно натренироваться, получить опыт и так далее. Это большая проблема, которую нам еще предстоит решать. Даже те граждане, которые заявляли, что это переходное правительство из людей, которые хотя бы не погрязли в воровстве, теперь вынуждены замолкнуть. Это никакое не переходное правительство, это такие же тупицы, как и были раньше. Извините, но эти люди все разнесут так же быстро, как и прошлые. Этот трендец полный. Вся надежда на то, что наши люди начнут просыпаться, и изменения в стране пойдут снизу. Сверху идет откровенный шлак. Спасибо за новое правительство, господин президент. Уважаемые коллеги, добрый день. Прежде всего хочу вас поздравить с высокими назначениями в правительство Российской Федерации. Сначала новой ответственный за цифровизацию министр Махсуд Шадаев выдал идею предоставить сотрудникам правоохранительных органов, ведущим оперативную работу, доступ к персональным данным россиян в упрощенном порядке. Речь идет в частности о сведениях из банков, от мобильных операторов и интернет-сервисов. Например, содержание телефонных разговоров, смс-ок или личной переписки в интернет-чатах. Сейчас в большинстве случаев силовики могут ознакомиться с этой информацией только по решению суда. Правда, как говорят эксперты, отказа случаются крайне редко. Позже министр оправдывался и пояснял, что его презентацию не так поняли. Речь идет не о расширении прав силовиков, а о том, чтобы они получали сведения в том же порядке, но в электронном виде. Сейчас им информацию по их запросам предоставляют на бумаге, а это всем неудобно. Ага, не так его поняли. Потом факап номер два. Министр культуры любимого не озаботилась собственной цифровой историей. Хотя даже при устройстве на обычную работу куда-нибудь в коммерцию уже давно рекомендуют, почистите свои профили в социальных сетях, проверьте, нет ли там каких-то неправильных фотографий или странных постов, чтобы не вызвать негатива у того же работодателя. А тут министр культуры. Она же крестная дочь Михалкова, ну конечно, дошла до такого высокого поста и не удосужилась убрать подальше свои посты о том, как скучно быть культурным, как хорошо материться по поводу и без и много чего еще министр труда Котяков ложанулся. 28 января Минтруд обнародовал данные об уровне прожиточного минимума за четвертый квартал прошлого года, который оказался ниже почти на 4%, чем в третьем квартале. Сообщение вызвало бурную реакцию общественности. В то время как с высоких трибун нам сулят подъем всех социальных показателей, реальные цифры демонстрируют падение. Они там наверху начали оправдываться, мол, вы все не так поняли, никаких пособий и выплат мы снижать не будем. Я лично убежден, это снижение прожиточного минимума на бумагах делается только для того, чтобы в статистике у нас стало меньше нищих, как и велел президент. Борьба с бедностью, повышение благосостояния, верным путем идем, товарищи. В реальности их, конечно, бедных-то становится все больше, зато министры смогут отчитаться о прекрасных результатах. Четвертый провал. Чуйченко отличился. Министерство юстиции опубликовало проект нового кодекса об административных правонарушениях, в котором предлагается ужесточить наказание для водителей. Штраф за превышение скорости от 20 до 40 км в час хотят повысить с 500 рублей до 3000, за превышение с 40 до 60 км в час до 4000 рублей. Нарушителям скоростного режима более чем на 60 км грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 месяцев до полугода. Ну скажите уже кто-нибудь Мишустину, что президент Путин хочет повысить доверие к правительству и власти в целом, а не понизить. В нулину просто. Вы зарплаты в регионах видели? Какие 5000 рублей штрафа? Да это станет, уже стало топ-новостью со знаком минус для разговоров во всех гаражах по всей стране. Учтите, что сегодня пятница, и простые мужики делают то, что принято делать в России в конце рабочей недели. Пьют в гаражах и выносят приговор власти, который потом уже не отменить. Ну и вишенка на торте. Новый министр экономического развития Максим Решетников, он не стесняясь, начал врать президенту Владимиру Путину. На заседании Совета по развитию местного самоуправления он рассказал, что когда управлял регионом, он был губернатором не так давно, провел муниципальную реформу по объединению территорий, а жители позитивно оценили объединение поселений и районов в городские округа. Просто были счастливы, эта реформа на самом деле объединила как территории, так и протест всех жителей муниципалитетов, мнение которых фактически просто никто не спросил. О каком позитиве можно говорить, когда протестные акции против этой реформы, разрушающие основные принципы местного самоуправления, проходили по всему региону? На публичных слушаниях жители большинства поселений прямо и открыто выступали против объединения. Но в итоге все законы были единогласно приняты ядросами, а Максим Решетников написал себе в актив успешно проведенную муниципальную реформу. А сейчас врет президенту о востребованном опыте в других регионах. Если этот опыт будет реализовываться и в других регионах, они получат такой протестный электорат, что мне, как оппозиционному блогеру, даже делать нечего будет. Сегодня же пресс-секретарь Путина Песков заявил прямо: Максиму Решетникову никто не делал предложения стать ответственным за процесс укрепления регионов и реформу местного самоуправления. То есть он решил просто выпендриться. Максим Решетников это просто гениально. Нет, но ну вы мне объясните, они вообще все там рехнулись? Над Кремлем что, распыляют какие-то вещества, отнимающие интеллект, или министры сами занюхивают эти вещества? А ведь у тех же коммунистов есть кандидаты как минимум на половину позиций Кабинета министров. Ах да, они же могут совок возродить, госпланы там всякие. Не-не, это недопустимо, а то начнут люди уважение испытывать к левым. Так и все, пиши, пропало. Тут и конфискацию вернут, и спросят, как ты к приватизации в свое время присосался, и много чего еще. Лучше уж так. Тупенько, стыдненько, зато все свои. Правительство народного унижения. Спасибо за но Путин. Все по плану. Напомню. Единая Россия поддержала новое правительство. Друзья, нам надо держаться вместе. Только вместе мы сила. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Ваша активность помогает распространить правду. По возможности поддерживайте нас донатами. Жду ваших комментариев. До встречи. Уже завтра. Пока.